Привет, ребята! Сегодня у нас небольшой обзор пилы складной Днепропетровск. Как видите, вот тут название. Потом есть еще клеймо завода. Вот оно. Это шахт-металл завода. Он с 1937 года выпускал ножовки, топоры. Сейчас он уже, этот завод, шахт-металл из города Шахты, уже это не выпускает. И выпускает всякую сувенирную продукцию. Значит, что у нас? Цена 2 рубля 50 копеек стоила пила. Вот здесь можно было закрепить, куда-то подвесить, если идем, например, поход куда-нибудь. Или просто повесить, чтобы где-то на гвоздочку, на гвоздику. Значит, вот так она открывается у нас. Вот видите. И здесь такая штуковина, чтобы все это не складывалось, не можно было пользоваться. Как видите, в хорошем состоянии, но чуть-чуть есть погнутость такая, но это не влияет на работу, можно поправить это все. И если куда-то надо там что-то обрезать или подпилять, то в походных условиях это то, что нужно. По длине это где-то 25 сантиметров полностью. Сейчас посмотрим. Не, 25 это в сложенном состоянии, а в разложенном 42 сантиметра. 42 сантиметра. Вот такая у нас пилка интересная. У меня она лежит в машине и часто выручала, например, на даче где-то что-то подпилять. Это то, что нужно. В общем, ребята, всем спасибо за внимание. Лайкайте, подписывайтесь. Всем пока.